Здрасте, а вы уже тут? Ой, какой-то. Доброе утро, с вами я. Сегодня на календаре 31 декабря. Это значит, что Новый год. И меня отец зовет ему помогать готовить завтрак. О! Кто это у нас? Ты что, недавно проснулась? В смысле, недавно? Ты только что проснулась. Подарки. Где подарки? Балдёж. Просто балдёж. Ладно. И мои штаны. Чёрные. Круто, Ань. Я видела подделки. Нету их, которые не стали. Круто! Я мечтала о тебе. Мороженки. Что у тебя руки? У меня штаны, они и чехол. Может быть, смотрите, крутой, держи. Угу. Сейчас будем менять их. Мои игрушки! Да, на камере, конечно, этого не видно, но он очень круто переливается здесь. Такой зеленый, полотный, что ли, я не знаю. Сказал, я этим занимаюсь. Ты можешь хотел сказать пса? По наследству. Может, надо попросить. Наш завтрак 31 декабря. Ням-н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 ям. Короче, сейчас мы приехали в гости, и вот такие вот мне кисточки подарили, и вот еще. Да, они очень крутые. И еще мне подарили вот такую крутенскую палетку. Сейчас я открою кисточки. Короче, пока я открываю кисточку, мы приехали, да, в гости к маминой маме, поэтому вот так вот. Вот такие вот красивые кисточки. Они двухсторонние, мне очень нравится их дизайн. Сейчас еще одни откроем. Вот такие вот пиколдесные. Там одна скошенная, она для бровей, а все остальные три это для растушевки и нанесения теней. Вот сейчас я открываю. Просто посмотрите на мое лицо, когда я открываю. Здесь у нас кисточка для хайлайтера и для румян. И здесь у нас тоже для теней. Вот такие вот прикольные. Мне очень нравится их дизайн. Они очень мягкие и просто класс. И сейчас я вам покажу вот такие вот. И вот все. Получается, у меня в сумме их 8 кисточек. Это очень круто. Особенно мне понадобится в период моих концертов. Вот они уже начинаются, кстати. С завтрашнего дня все. Я уже танцую по полной программе. Тут я показываю, какие они мягкие, все такое. Ну и вот. И сейчас... И настало время палетки. О, господи, как я ее открываю. Вот такие вот балдежные цвета. Синий, зеленый еще есть. Это просто вау. Конечно, хотелось бы поярче цветов, но и такие мне очень нравятся. Это я показываю, что я буду делать. Это кисточка. Я не знаю, зачем. Ну да. Это я сама общаюсь со своей сестрой. Экспатрио Патронус. Ну как же без заклинаний из Гарри Поттера. Ох, да. Тут я их пытаюсь положить обратно, вспоминаю, какая с какой кисточкой была вместе, так что да, вот так вот. Закрываем все это, я пытаюсь сделать красивенько, типа я такая бьюти-блогер и так далее. Да, но у меня, как я понимаю, это не очень сильно красиво и получается, да. Ну, как-то так вот. Это все закрываем. Еще раз показываю палетку, какой у нее балдежный дизайн, и вот, да. Это я сделала вот такие сводчи на руках, мне очень нравятся цвета, пожалуй, сделаем из них, из этой палетки макияж с новыми кисточками, да. Короче, мы сейчас вернулись, бабушки провели старый Новый год, теперь надо засыпать и встречать Новый год.
Поэтому давайте все спать. Я уже готова, собрана. Так, я пойду на елку, потом приоденусь в платье. Я леди. Сейчас пойду. Сейчас принесу себе косметику и будем делать макияж. Короче, время пришло самого страшного. Это макияж. Я сначала скрыла свои синяки и давайте приступила к теням. Я считаю, что это новогоднее, поэтому надо как больше блесток. Я просто добавляла как можно больше блесток. Ну а стрелки я с ними немного там напортачила, где-то сделала толстую, где-то слишком сделала длинную. Но в итоге в целом мне, кстати, понравился макияж. За 15 минут новогодний макияж готов. Да, Венис, я со стрелками напортачила, но так в целом мне нравится. Тем более, это мой первый профессиональный настолько макияж. А такое мне придется делать каждый день на каникулах. Да. Где-то всем я, наверное, уже распущу волосы. Сейчас. Что, пришло время расплетаться? Я уже начала. И это очень больно. Вы понимали просто мою адскую боль. Ух, волосы безумно тянутся. Так, эту фигню нельзя разрезать, потому что она мне еще будет служить. Да, как волосы убирать? Как же делать еще вот такие кудряшки? Они обычно легче расплетаются, когда я не так долго ношу. А я же два раза в них спала. Типа, ну, ночью, я вчера вечером заплела, и еще и сегодня вон днем. Да, все, что мне не нравится в такой прическе, это ты чё, когда я уже пойму то, что ее не надо заплетать. Тем мне это уже по привычке взять и заплетать самой челки. Да, наверное, в следующий раз, когда я их буду делать, я не начну с челки. Я вообще челку даже не буду брать. И я уже мечтаю, чтобы эта дурацкая челка отросла. Правильно, она меня всегда уже бесит. Глаза постоянно лезет и никогда нельзя можно сделать нормальную гульку, хвост, чтобы она не выпала. Осталось здесь. Волосы не хотят пускать эту фигню. А что поделать надо? Я даже не плачу, все нормально. Ой, ёшки на моталке. Ёбрыс, это чё, я вот такой баран? Это я вот такой баран. О, господи, как меня променять. Ну, как-то я попыталась исправить ситуацию. Вон, как выглядит всё сзади. Я ничего не вижу. Вижу только еле-еле через зеркало. И то плохо. Я поняла, что надо сделать видео в ТТ. Одну зиму неделю я проверю. Кушать, 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 кушать. Кушать — это закон жизни. Так, если дети откроют, то здесь для Нового года, да? И меня ударят. Окей. А грибы же были любимые же. Так. А, грибы на Новый год, успокойся. Я прости. Мандарин. Поделись. Нет. Я тоже буду. Да, я поделюсь, успокойся, ядрён. Только мне чёрт, если получится самый большой, мне большой. Не понял. Даже я люблю есть. Это кто тут ещё любит мандарин? Кроме меня нет. Я люблю больше всех мандарин. Больше варится, она их вообще не любит. На. На, она быстрее, пока я по мамину новую искать эту цепочку. А ты меня убьёшь. Да. Кушать — это закон жизни. Thank you.
Совершенно две разные вещи я и заляпать, и замазать куртку. Последнее в этом году. На машине все погрузили. Ждем. Детка, он на музыке играет. Вот, а там народу, блин, это вот такая толпа была. Я помню, мы заходили за водой. Сиреневое дерево. Ничего не знаю, надо скинуть фотку. Потому что что? Оно какое, мам? Оно сиреневое. Вот и правильно. Белая елочка. Вон, сопли не сфотографировали. Внизу идет. Отдай меня. Таня пошла еще дебаться. Да дети им дайте поесть. Ну что дайте, дайте один. Маска! Лего! Я достала. Такая маска. Знаем. Спасибо за музыку. Понял. Такая маска.
Могу бросить. Есть это? Я люблю тебя. Бабушка мне маску подарила. Вот такую. Лариса, мне такую. А я как? А я тебе как? Как хрена узнать? О, полотенце. Штука хорошая, кстати. Ты маленький ребенок. Иди по моё. Я знаю. Маша, иди. Где маска? Ух ты. Страшно. А это хочет. Давайте, Таня, давай сюда. Да, вот так. Ура! Давай. Два, салют. Да. Аня. Здесь то, что я и думала, здесь будет вот такой вот водопад, как на картинке. Вот, видите, вот такой водопадик. Хочу уже домой и это все собирать. Пожалуйста, домой хочу. Но мы сейчас еще и в кино пойдем. Это не точно? Возможно. На Юля. Да. Тут не собирается, сколько здесь страниц, давайте просто так посмотрим. Так, здесь показывают все детали. Зачем? Не знаю, зачем эта штука, если я ее вообще нигде не вижу на картинке. И разберемся. То есть здесь нам показывают, сколько каких деталей. Чтобы мы были уверены, что у нас все есть. Здесь еще. Я хочу вот лайнер от Сина. Что-то еще здесь есть подводное. Вот это. Я лайнер хочу, но у нас его нет в Донецке. Так, ну и последние штрихи. Это будет на 107 странице. А начинаем мы. Так, это не считается. То есть 4 по 107 страницу. Это на 103 страницы счастья. Я маленький ребенок, который радуется Лего. Подождите, там показана какая-то раздевалка. Наверное, она полностью там сзади. Сейчас приводнем. Где эта раздевалка? Вот она. Короче, когда будем собирать, все по... У нас есть эти самые пучки. В Казани мне попалось. Новый год принесет небывалый карьерный взлет. И это было рандомно, поэтому я не выбирала. Секунду. А я как раз это все будем кушать. Мам, давай режь. Я же здесь хочу торт. Давай. Как классно. Режь. А как его резать получается? Подожди. Квадратный легче всего. На квадратике? Да. Надо там делить квадратик. Для начала.
Пошлите кушать. В общем, ребята, вот такие какие-то у нас традиции в нашей семье. Празднование Нового года, есть индейку, гулять по центру и так далее. Но чтобы собрать вот это лего, я думаю, надо написать отдельное видео, потому что дети...